На минувшей неделе в рамках рождественских чтений Пензу посетил протоиерей Дмитрий Смирнов, один из самых известных российских проповедников, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Вот уже четверть века отец Дмитрий борется за сохранение традиционной православной семьи и будущее подрастающего поколения, причем не только на словах. Он открыл 3 частных детских дома, несмотря на занятость, лично руководит их деятельностью и гордится тем, что ни один из воспитанников не встал на скользкий путь и не попал в тюрьму. Демографической ситуации в стране с протоиереем Дмитрием Смирновым беседовал Евгений Белохвостиков. И прямо сейчас актуальное интервью. Скажите, отец Дмитрий, как вы думаете, демографическая катастрофа – это выражение применимо к современной России или все-таки все не так плохо? Когда я употреблял этот термин, это было до воссоединение с Крымом. Вот, если, конечно, Россия будет возвращать себе те 20 миллионов русских людей, которые оказались за границами империи, то тогда это некий импульс дополнительный даст. Но все-таки, хотя с рождаемостью тоже некоторым образом сейчас ситуация улучшилась, но все-таки недостаточно. Многие видят причину современной демографической ситуации и проблем в двух мировых войнах, гражданской войне, раскулачивании, репрессиях, вот во всех бедах, которые обрушились на Россию в 20 веке. Скажите, так ли это или есть другие причины? Если в порядке выстроить, самый главный удар – это политика советской власти в отношении семьи. Ибо в манифесте коммунистической партии, в тексте, понятно отношение к семье как таковой. Семья должна быть уничтожена, это пережиток прошлого. Государство воспитывает нового человека. Вот главная идеология, из которой вытекает и то, что с 20-го года аборты начались в нашей стране, и вот, ну, потом и во всем мире. Мы первые, как всегда, впереди планеты всей. Вот. Но если сравнить с Америкой, там аборты начались с 1972 года. 50 лет разница. Теперь у нас 146 миллионов, а в Америке 300 миллионов. А все было наоборот. Они нас и догнали, и перегнали, и прочее, прочее. Хотя там тоже рождаемость уменьшается, в общем, свои демографические проблемы хуже наших. Многие спрашивают, почему наши соседи, мусульмане, а в Пензенской области татар достаточно много, исповедующих ислам, почему у них в семьях, в принципе, все хорошо? Семьи крепкие, традиционные, многодетные, а наша что, вера хуже? Вот почему так сложилось, что русские православные семьи сейчас намного менее крепкие, традиционные, чем мусульманские? По двум причинам. Во-первых, гонения на церковь были больше, чем на остальные религии. Это факт, ну, арифметический. Второе, ислам у нас не имеет вообще испокон веков, со дня основания, никакой централизованной организации своей жизни. Ислам передается через семейный быт. Именно поэтому семейные и исламские традиции, они оказались стабильны. Вот, потому что ислам из поколения в поколение передается не столько муллами, сколько отцами. Проблема неполных семей. Откуда она происходит и какую роль играет в наших демографических проблемах? Одна из важнейших причин, потому что мать-одиночка редко, когда у нее двое, чаще всего один ребенок. И у нас возникло даже новый такой термин – завести себе ребенка. Как завести кота или попугая, или вшей. Не создать семью с человеком, которого любишь и который любит тебя, а завести ребенка. А как
этот ребенок, как ему нравится, будет расти без отца. Ну и потом разрушена нравственность полная. И женщина стала, ну, как бы доступней, чем какой-нибудь дорогой напиток. Поэтому, собственно, ну, они сами продукт своего невежества. Все женщины вернутся. И вот в исламских республиках у нас за этим очень строго следят. Их отцы, матери, женщины, они гораздо выше, стали нравственностью. То есть впервые в истории нравственность такая, ну, можно сказать, семейная, мусульман, она превзошла нравственность крещенных людей. Я их не могу назвать христианами, вот, но в частности вот в вопросах семейной жизни. Потому что если девочки-мусульманки, они все девственницы, как правило, мы еще в 45-м году у нас были все девочки-девственницы, совсем недавно. И все это целенаправленно разрушено эстрадой, телевидением, так называемой литературой и так далее. То есть это вообще для современной русской особы женского пола это не представляет вообще, они чуть не наперегонки. И в результате они теряют семью. Вот, а если женщина вернется к исполнению 7-й заповеди, которая звучит «не прелюбодействуй», тогда каждая русская женщина выстроится очередь в 20 мужчин, и она из них будет выбирать себе будущего мужа. А при ее доступности возникли такие чудовищные формы, как гражданский брак, когда просто молодой мужчина или старый ей пользуется, а когда она надоест ему, он ее меняет на более свеженькую. Вот, и женщина сама на это идет, ее же никто же не насилует. Вот, а если женщина вернется к заповеди, то мужчина тут же, в этом же году, перестроит свое поведение. Вот в чем дело. Поэтому древние святые отцы церкви 6-8 века говорили, если женщина потеряет стыд, никто не спасется. Мы вот приехали в эту эпоху. Отец Дмитрий, и в завершение традиционный русский вопрос. Что делать? Ну, а конкретно, что может каждый из нас сделать, чтобы русская нация не вымирала? Если ты хочешь быть счастливым, ты должен создать счастливую семью и в ней жить. А благополучие семьи – это благополучие государства. Государство и народ – это организм, а семья – это клетка этого организма. Метаболизм нормальный в клетке, организм здоровый. Метаболизм нарушен, мы все больные. Сейчас пока еще больноватые.